Миша, я готов включать. Включаем питание, три тумблера, все в одном положении вверх. Наблюдаю загорание трех рыжих светодиодов вверху и двух зеленых. Принято. Десять лет назад, во время выхода в открытый космос, Солижан Шарипов запустил первый российский наноспутник, оттолкнув его рукой, словно баскетбольный мяч. Красиво пошел. Замечательно! Молодцы! Сегодня, кроме многотонных аппаратов, на орбите трудятся и маленькие спутники. В Самаре, на родине ракет-носителя «Союз», прошел первый российский симпозиум по наноспутникам. Приставка «нано» не означает технологии размер 10 в минус 9 степени. «Нано» — это спутники весом до 10 килограммов. Мы живем в эпоху миниатюризации, уменьшения массы, габаритов и энергопотребления. И поэтому это неминуемо, что то, что раньше мы могли выполнить двухтонным аппаратом, сейчас уже реально выполняется аппаратом массой 500 килограмм, 200 килограмм. Организатор симпозиума – Самарский аэрокосмический университет. За 70 лет здесь подготовили не одну плеяду выдающихся конструкторов и инженеров космической техники. ВУЗ всегда занимал в стране лидирующие позиции. А сегодня именно самарцы стали первыми и среди российских студентов по разработке наноспутников. Вот это настоящий космический аппарат – наноспутник. Длина ребра 10 сантиметров, вес не больше килограмма. Вроде инженерной игрушки, хотя задачи на орбите у него не менее важны, чем у больших космических аппаратов. Специалисты вообще прогнозируют, в будущем наноспутники будут доступны всем. При помощи мобильных телефонов можно будет управлять своими спутниками и получать необходимую информацию. Например, наблюдать за интересующим объектом. Малые космические аппараты экономят не только время. На изготовление уходит всего год, но и деньги. Что делает их более доступными даже для вузовских бюджетов. Недавно самарцы приняли участие в международном проекте «Куби-50». В 2016 году на орбиту отправят гроздь из 50 миниатюрных аппаратов, которые будут летать вокруг Земли и изучать термосферу планеты, а это 90 километров и выше. Идеологом является Институт гидродинамики фон Кармана для изучения термосферы Земли. Вот. Для этого им нужно как раз запустить, они вот предложили запустить 50 спутников, вот. Чтобы на каждом наноспутнике будет полезная нагрузка, унифицированная, то есть изготовленная. Вот. А сам наноспутник, сами бортовые системы должен каждый участник сделать сам. Участие принимают университеты. Вот. От России только наш университет попал. Еще один малыш – Самсат-218. От панели солнечных батарей до бортового компьютера полностью детище студентов и аспирантов. Полетит Самсат в декабре этого года с космодрома «Восточный» вместе со спутниками «Аист» и «Ломоносов». Это первый наноспутник, который имеет название «Самсат-218D», демонстратор, который предназначен для отработки алгоритмов управления и навигации наноспутником. Здесь вот это блок, который будет интегрирован в эту раму, то есть здесь система энергопитания, прием передатчик, плата интеграции. Сюда я подам звездное небо. Чуть крутану его, и сервопривод должен будет поехать за ним. Лаборатория тестирования системы ориентации наноспутников. Испытания у малышей такие же, как и у больших аппаратов. Только вот стенды не в заводских ангарах, а в обычных кабинетах. Данный стенд, он сделан для отработки системы ориентации и стабилизации микроспутников. Вот. На нем можно отрабатывать также магнитометр, датчики освещенности и система позволяет отрабатывать еще датчик звездного неба. Сегодня эти малыши – серьезное подспорье для ученых и инженеров. На них можно тестировать микроэлектронику, проводить небольшие биологические эксперименты, изучать атмосферу Земли или, например, установив камеры, следить за передвижением морских судов. Одним словом, будущее за миниатюрными формами, даже в большом космосе.